Приступаем к клею ПВА. Вернее, не клею ПВА, а домашнему модподж. Сейчас также, чтобы у нас не... Потому что все-таки модподж-то другой. Это совсем не тот состав. Но мы нанесем, чтобы у нас не морщилась бумага. Пусть она за счет клея утолщится. Ждем, когда он высохнет. Так. Хочу сказать особенность. Значит, в процессе высыхания ПВА вот в такие капельки на пергаменте собирается. Вот это я заметила только у ПВА. Поэтому, когда чуть-чуть подсох, минут через 10, я эти капельки разгладила. Чтобы они не застыли вот такими комочками. Понятно, да? Не давайте им вот так застывать. Продолжаем с ПВА. У меня, конечно, качество печати ужасающее. Наносим уже на нашу фанерку. Снова строю. Так, на глаз. Здесь рисунка нет, здесь я уже так разглажу. Придавливаю. И вот видите, с ПВА быстрее, чем с лаком. Наверное, все-таки это из-за консистенции. Лак все-таки густой. И она не пузырится так, не морщинится так сильно. Но мы также начинаем придавливать в местах рисунка. Мы придавливаем до тех пор, пока не перестанут образовываться морщинки и пузырьки. Это не из-за того, что мы воздуха туда нагнали, а из-за свойства пергамента вот так морщинится. Все, морщинки не образуются, и можно оставлять высыхать. Так, давайте посмотрим, как при переводе у нас работает наш домашний модподж. Намачиваем все. Там по поводу соотношения воды и ПВА для перевода. Соотношение две части ПВА и одна часть воды
для перевода, это слишком жидко. Поэтому я добавила на свои 4 части клея ПВА и 2 части воды, я добавила еще одну часть ПВА. Вот чуть-чуть. То есть получается, наверное, надо, знаете как, 1/4, 3/4 ПВА и 1/4 воды. Так, что-то пергамент у нас не вздувается. Хотя по бокам уже вот он вроде кажется мокрый. Сейчас посмотрим, как будет сниматься. Так, давайте приблизим. А то скажете, вам не видно. Снимается пленочкой, но немножко с тонером. Но это все-таки я отношу к своему качеству тонера. Так, ну снимается, значит, хорошо. И вот чуть-чуть у меня тонер осталось. Вот мы сняли нашу пленочку, вот такой результат мы получили. То есть те же полосы, как у меня на тонер, и то, что я когда вот наносила. У меня уже не пришкваривает тонер принтер. Ну, если у вас принтер новый, хороший, то у вас таких проблем не будет. Все нормально. Вот видите, перевод прошел нормально. Снимается пленочкой. Та же, как Mod Podge. Ну, а дешевую я даже и не стала пробовать. Ну что ж, давайте расскажу о всех выводах своих. Ну что ж, давайте сделаем выводы в результате сериала просмотренного, в результате всяческих опытов можно сделать следующие выводы. Значит, дешевую желтую коричневую бумагу для запекания использовать нельзя. Мы берем только пергамент белый. И стараемся выбирать более толстый пергамент. Легче будет приглаживать к дереву наше изображение. И распечатывать легче. Значит, самым идеальным, самым легким является при пергаменте перевод с помощью Mod Podge. Это вы видели. Просто прекрасно, быстро. По поводу лака. Значит, самое сложное это то, что только на лаке так сильно морщинится пергамент. Возможно, надо лак развести водой. Если будете пробовать, попробуйте где-нибудь так на 10% развести водой. Вот. Но тоже хорошо, да, результат вы видели тоже хороший у лака. И по поводу ПВА. Значит, здесь сложности. В том, что нанести ПВА на само изображение на пергаменте тоже сложно, возможно, снимание самого рисунка. При переводе снимается часть, но причем не всегда. Я пробовала и сильно разводить водой этот домашний Mod Podge на ПВА, и использовать только ПВА, и все зависит от самого рисунка. Маленький рисунок, вообще проблем нет. Чем больше рисунок, тем сложнее. Вот. Ну, возможно, вам ПВА для эффекта гранж вам подойдет. Ну, вот такой главный вывод. Все варианты мы попробовали. Вот. И, конечно, Mod Podge лучше всего. Ну, лак. Но лак требует при переносе с пергаментом больше аккуратности, больше терпения. Не у всех на это хватит нервов. Вот. Но, в принципе, ПВА тоже можно, особенно если вас интересует эффект гранж перевода. Вот. Ну и гранж, понятно, цветной использовать бессмысленно. Вот. Если вы делаете фотографии, лучше все-таки использовать Mod Podge. Тогда
результат 100% гарантирован. А с лаком можно намучиться. Ну и этой серии я завершаю эксперименты с переводом изображений, распечатанных на лазерном принтере, а следующие переводы будут изображений, напечатанных на струйном принтере. Подписывайтесь на мой канал, у меня интересно. Всего вам доброго, ваша Лена.